Сегодня на оперштабе при президенте обсудили положение дел в республике в связи с ситуацией, сложившейся в Украине. Обстановка в Приднестровье штатная. Республика принимает у себя на территории иностранных граждан, покидающих Украину и нуждающихся во временном размещении. Пока они организованы на 4 площадках в профилакториях и гостиницах Днестровска, Рыбницы, Каменки и Дубасар. Готовы к развертыванию при необходимости 7 локаций, 3 из которых в столице. За минувшие сутки обустроили проживание 71 человека, всего 433. Часть из них уже выехала. На данный момент в пунктах временного размещения находится 172 зарубежных гражданина. Общая загруженность 48%. Обстановка на границе Приднестровья контролируемая. За минувшие сутки украинско-приднестровскую границу пересекли 2678 человек. 960 из них приехали в Приднестровье к родственникам. Остальные сообщили, что проезжают по территории ПМР транзитом. В 8 вечера 27 февраля Украина в одностороннем порядке закрыла все пункты пересечения границы со своей стороны. Все приднестровские пункты пропуска работают в штатном режиме.